Кстати, девчонки, у меня вот этот вот казан Кукмара, классный вообще казан, он тяжелый, он большой, по-моему, тут 5 литров казан. Но он не подходит, здравствуйте, товарищ, он не подходит для моей индукционной плиты. Я его покупала еще до того момента, пока мы плиту купили, поэтому, ну, мне его очень жалко было либо отдавать, либо, ну, без дела будет стоять. Я заказывала переходник на AliExpress. Так что, если у вас индукция и какая-то посуда не подходит, не спешите сразу менять всю посуду. Во-первых, эмалированная посуда подходит. Много, ну, берете магнит к одну
присобачиваете, если приклеивается, значит посуда подходит. Если нет, ну то нет. Короче, чисто из-за этого казана мне я заказала вот такой переходник. Девчонки, таких переходников можно заказать море. И на Валберис, и на Озон, и на Алиэкспресс. Но они есть разного качества. У меня, видите, он какой толстый. И вот сколько я им пользуюсь, он у меня не деформировался. Посуду он не портит, этот переходник. Ну да, он потемнел со временем, естественно. Ну, постоянно у меня в ходу. Есть совсем другой сплав, совсем другой какой-то металл. И некоторые, многие пишут, что вот на Озоне, на Валберис заказывали переходники, деформируются при нагревании, они, ну, выгибаются, плавятся и так далее. Если вы будете заказывать такой переходник, я оставлю вам ссылку, кому нужно будет. Они можно заказать разного диаметра, абсолютно разного. Я заказывала большого диаметра, не помню, 20 с лишним сантиметров, то ли 23, то ли 26. Не помню. Значит, что? А, да. Если вы будете заказывать, обращайте внимание на отзывы и на сплав, из которого сделан вот этот адаптер для индукционной плиты. Мне вот удачно я заказала, уже не один год им пользуюсь. И, как видите, все в порядке. И кастрюля моя абсолютно в идеальнейшем порядке. Не деформировано ни дно, ни горелое дно. Я довольна своей, мне очень нравится, и как бы и кастрюлька у меня мой, Марсюш, казанчик мой при деле тоже всегда. Я в основном варю компоты, шурпу, либо компоты вот в этом казане, мне нравится. Он большой, объемный, и, ну, конечно, жалко было бы, что он дорогой и качественный, и жалко было бы, что стоял бы он. Кстати, девчонки, еще для индукции много посуды в светофоре. Я покупала кастрюли. Они подходят. Вот сейчас как раз я мыла одну из таких кастрюль. Вот эта кастрюлька, она подходит для индукции. Потом покупала я сковородки. Одну сковороду я купила, она не подошла. Мне пришлось ее подарить. Я ее маме подарила. И сейчас покажу. И еще брала, а, это я в Магните покупала, чуть не обманула вас. И вот такую кастрюльку я покупала, декоретта, ну, вот как называется, кастрюльку, сковородку. Она отлично тоже подходит для индукционной плиты. Так что, и она бюджетная, и вот тоже сколько ей пользуюсь, как видите, она в порядке. Ну, главное, вот эту кастрюлю, что у меня кастрюля прицепилась, сковороду не царапать, пользоваться либо силиконовыми лопатками, либо деревянными. Вот. А вот такой вот казан, тут хоть вилкой скреби, хоть ложкой, хоть чем, но все равно я стараюсь как бы более щадящими какими-то приборами с ним работать. Ну, он действительно кукмара, посуда очень качественная. Ну и будем приступать к приготовлению обеда. Я хочу сегодня пофаршировать кабачки и пару перчиков. Поставила уже кастрюлю с водой, чтобы отварить немного риса. Фарш у меня на ночь доставала, он разморозился. Пока рис варится, почищу кабачок, морковку подготовлю, лучок. Ну и приступаем к готовке. Лучок мелко нарезаю, фарш. У меня фарша много, лука. Когда крутили фарш, туда добавляли лук, чеснок. Но все равно я в любом случае еще добавлю лук. Так будет сочнее, ароматнее и вкуснее. Многие рис не отваривают ни в кефтеле, ни, ну, вот в такие блюда. Я всегда рис отвариваю, если он идет в мясо, да, в фарш. Потому что рис, он же много жидкости в себя впитывает. И чтобы не был фарш или мясо какое-то сухое, поэтому я отвариваю рис, ну, практически, можно сказать, до готовности. Таким образом, он не будет в себя забирать лишний сок. И фарш будет сочный. Так, морковку почистила, морковку буду натирать на крупной терке. Немножко не с того ракурса сегодня, но та камера у меня сегодня встала. Натираю на крупной терке. Морковина большая, она сюда вся
не пойдет. Я натру, натру нужное количество. А остальное так съедим. Морковка сочная, сладкая, вкусная. А вообще, в принципе, наверное, всю морковину. Часть пойдет в фарш, а часть пойдет в кастрюльку, где я буду тушить. Обычно я, ну, если лодочки делаю, я делаю в духовке. А сегодня я хочу кружочки нафаршировать и потушить в заливке в кастрюле. Так. Вот так пойдет фарш. А остальная морковочка пойдет у меня в кастрюлю. Девочки, у нас у Марселя индивидуальная кружка стоит на столе, всегда с водой. Он не пьет у себя из миски, хотя там тоже та же самая вода, чистая вода. Вот он пьет с кружки, аристократ такой. Вот у него теперь всегда стоит кружечка с водичкой на столе, специально для него. Вот такой вот у нас парень. Так, морковочку сразу в кастрюльку на дно подсыпаю. Ну и немножко оставлю, чтобы сверху еще посыпать. Так, и начинаем кабачки разделывать. Очищать я кабачок не буду, потому что он молодой, кожица тоненькая. Я его хорошо помыла. Конечно, был бы он поменьше, поуже, кружочки было бы получше, но выдубили у меня такие вот они все. Так, теперь вычищаем середину. Вот такие вот колечки делаем. Ложкой все это быстро, легко делается. Теперь добавляю рис к фаршу. Я что-то много отварила, поэтому я, наверное, из оставшегося риса сделаю салат с крабовыми палочками. Хотя ни яйцо, ничего добавлять не буду. Так, сейчас посмотрю, может быть, я остальной рис добавлю. Солю, потому что фарш у меня не соленый. Соль у меня сразу с приправой, больше никакой приправы добавлять не буду. Ну, так, думаю, хватит. Буду пробовать. Все хорошо перемешиваем и начиняем. Плотненько-плотненько начиняю. Ну, соли не знаю, но я в любом случае будет еще заливка, она будет солененькая. Я прям с горочкой вот так накладываю, потому что фарш все равно он уменьшится в размерах. И в кастрюльку. Девочки, кто-то в перчатках, может быть, дома готовит. Дома я в перчатках не готовлю. Я думаю, ну, не знаю, есть такие, кто дома готовит в перчатках. Напишите мне, как вы готовите в перчатках, без перчаток, с фаршем, с чем-то, либо с тестом работаете. И пару перчиков еще туда же сделаю. Ну, из остального фарша я сделаю тефтельки. Так, ну и будем делать заливку. У меня это будет сметана. Немного сметаны. Так, и...
томатный соус. Это не паста, у меня томатная заправка. Все это хорошенечко между собой перемешиваем. Сюда добавлю соль. Соль у меня вот вкусная соль. Достаточно будет, потому что с водой это все дело будет разводиться. Что я? Розмарина нафигачила, не знаю, перепутала с базиликом, зачем-то розмарина нафигачила. Ну ладно. Блин. Розмарин. Вообще, я добавляю только стейки готовлю, либо чисто мясо запекаю. Ну ладно. Раз уже насыпала паприки, все сдабриваем хорошенько. Сушеный чеснок. В заливку я добавлю сушеный чеснок, а потом, ну, потом все покажу. Так, все хорошо перемешиваем и водичкой разбавляю. Так, добавила водички, все, теперь это надо перемешать с водой. Водичка теплая. Чтобы сметанка хорошо разошлась. Можно попробовать, если что-то еще нужно добавить. Так, теперь остатки моркови посыпаю. Так, смотрим, чтобы достаточно было водички, еще добавлю. Так, все. Включаю плиту. И добавлю еще, знаете, у меня был чеснок начищен, оставался, но выкидывать было жалко. Я его через пресс пропустила и вот так вот форму для льда застелила пищевой пленкой и вот такие сделала брикетики чесночка. И вот как раз сейчас сюда, чтобы мне не чистить чеснок, руки не марать, я этот брикетик туда и как раз и запущу. Очень удобно. Вот, ну, можно наделать таких, и не нужно руки пачкать, чеснок чистить и так далее. Вот прям вот так. Все. Накрываю крышкой. И на большом огне до закипания, а потом убавляю на маленький огонь. Вот у нас уже тут все кипит. Я на троечку убавила. И потихоньку пусть это дело все тушится. Ну, главное, кабачок. Ну, кабачок видно. Фарш-то быстро готовится. В принципе, и кабачок, и перчик. Ну, кабачок видно. Видите, он начинает как бы становиться такой более прозрачный, что ли, что по мере приготовления. Ждем. Ну что, у нас уже все готово. Вот так это выглядит в тарелке. Подавать я буду со сметаной, можно с любым соусом, который вы любите. Кетчуп, майонез, соус какой-то. У меня это будет сметана. Перчик, тефтелька и кабачок. Посмотрите, какой мягкий кабачок. Все протушилось, все вкусно, ароматно. Всем приятного аппетита! И спасибо за просмотр. Всем пока-пока.